Друзья, привет вам! Вы писали о том, что мы достаточно мало показываем именно строительных технологий, и поэтому этот выпуск весь целиком посвящен строительным инновациям. Первое – это умная вентиляция, второе – это новая технология сборки стен. Фактически, то, что вы сейчас увидите, вы видите первыми в России. Эти технологии только-только сейчас внедряются на территории Российской Федерации. Если нет вентиляции, то говорить об энергосбережении вообще нет смысла. 99% тепла у нас вылетает вот сюда. Датчики запаха, датчики влаги и датчики CO2. Значит, представляете, какой же идиотизм на самом деле был раньше? Все уже думают, что за этой технологией большое будущее. То есть это, если мы переведем на рубли, то получалось 700 тысяч рублей, 1 400 000. Здравствуйте, Александр. Владимир, привет. Хочу рассказать предысторию. У нас есть много клиентов, которые мы построили дома, и мы сталкиваемся с проблемой. Часть людей постоянно открывает окна, и все тепло, которое они накопили, они уходят, и, соответственно, энергии тратится, за отопление не платит много. И появилась новая суперкрутая штука, которая позволяет, с одной стороны, экономить энергию, а с другой стороны, она стоит совсем немного. Это мы первые, кто его видим. И первые, кто его смонтирует. В Бельгии она стоит там чуть ли не в каждом там, втором-третьем доме. Угу. Данная система отличается тем, что она умная. Она имеет умные датчики. Датчики запаха, датчики влаги и датчики CO2, которые считывают информацию, поступающую к ним, да, из помещения. И, соответственно, дальше регулируют скорость потока воздуха, который удаляется с данного помещения. Как работает вообще система отопления, вообще что это такое, да? Во всем мире уже до людей дошло, что энергосбережение, оно начинается с вентиляции. То есть все. Если нет вентиляции, то правильной, да, то говорить об энергосбережении вообще нет смысла. Как вообще обычно происходит? Вот у меня, допустим, дома точно такая же история. Друзья, всем привет! Мы находимся на строительной площадке. Этот объект является уникальным. Это первый в России объект, при котором несущую функцию выполняет клееный брус. Это отдельные стойки из клееного бруса. А ограждающие функции – это тоже клееный брус, который вставлен в пазы между вот этих стоек. Такой объект строится в России впервые. Мы разработали все узлы, но все уже думают, что за этой технологией большое будущее. Посмотрим, что из этого получится. Значит, есть окно, да? Открыто здесь. Значит, здесь радиатор стоит под окном, естественно. А для того, чтобы мне не было холодно, здесь штора. Ну, логично, схема понятна, да? Соответственно, мы 99% тепла у нас вылетает вот сюда, ну, что логично, да? А чтобы мне не было холодно, я от всего этого отделился шторы, и воздух свежий я потребляю через щелочку между шторами, чуть-чуть там иногда ко мне заходит. Данная схема, она не оптимальна с точки зрения энергосбережения. И, кстати, с точки зрения вентиляции тоже. То есть она даже, вроде окно открыто, мне может быть душно при этом все равно. А сильно открывать, я боюсь, будет холодно. Этап номер один, который вот после этого, да, это просто вентиляция. То есть вентиляция, у нас здесь есть вход для воздуха, здесь тоже батарея, закрытое окно. То есть энергосбережение, оно начинается с закрытого окна. Холодный воздух поступает, проходя через всю комнату, через крышу, он уходит. Значит, эта схема, она не оптимальна, но я думаю, что раза в два уже лучше, чем здесь. Следующая стадия, два, назовем так, это рекуперация. Если вы будете в Финляндии там, или в любой другой стране, там вы не найдете дома без рекуператора.
Друзья, я сейчас подойду к главному строителю, который нам расскажет, как на самом деле тут дела происходят. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, долго собираете коробку эту? Ну, эта коробка собирается чуть дольше, чем обычный. В два раза. В два раза точно, да? Как ты думаешь, если будет нормально все делаться на заводе, ну хорошо, да, вот как ты уже знаешь, можно будет скорость сборки примерно, чтобы как тогда? Или все равно это более медленная технология? Нет, она более медленная будет в любом случае. Всегда, да? Да. Но не в два раза. Но ускорить ее можно, реально, да. Ясно. Ну, ты же первый раз такой дом собираешь, да? Как ты вообще его оцениваешь? Если честно, я бы выбрал такую модель. А, да? То есть... чем с перерубами. Можешь в любом месте шкаф поставить и картину повесить. А, ну да, то есть не мешается снаружи, еще и внутри эти перерубы, да? Значит, что такое рекуператор? Значит, то же самое домик. Вот здесь стоит блок, который мы называем рекуператор. Часть энергии, которая выбрасывается, отдается в поступающий воздух. Да. И тем самым часть тепла рекуперируется. До 70% рекуперации. Какой минус этой установки? Она достаточно дорогая, она жрет все равно сама по себе ест энергию. Да, много электроэнергии. И вот плюс она сложна в монтаже, потому что нам нужно воздуховоды развести по всему дому. Да. На приток и на вытяжку. Она работает постоянно. То есть независимо от активности в комнате, вот эта установка работает не постоянно, и она в зависимости от активности в комнате, она увеличивает, регулирует скорость потока. Да. Главное, что делает эта установка, это дает постоянно свежий воздух, насыщенный кислородом. Во-первых, давай сразу скажем, кстати, мы вам их продавать не будем, их пока мало в России, мы их будем сами применять для себя, то есть для наших домов. Наши клиенты их получат. Продавать будем как решение. Если все будет просто смонтировано хорошо, тогда 50 штук в месяц, как вы сказали, будут поставлены в срок. О! А если нет, я боюсь, могут возникнуть проблемы. Да-да-да, все, вот это разговор. 50. Монтируйте хорошо ролик, мы вам 50 штук в месяц поставим. Монтируйте плохо, хрен вам. Вот это разговор, да? Решение очевидное. Значит, вентиляция должна работать так, чтобы все были датчики из каждой комнаты, и скорость потока из каждой комнаты регулировался в зависимости от текущего состояния, что в этой комнате происходит. Плохой запах, увеличим поток воздуха. Активность, увеличиваем поток воздуха. Нет людей в этом помещении, поток воздуха резко уменьшается. Уехали вы в командировку, а дома нужно, да, соответственно, уехали в командировку, то же самое. Минимальное в минимальном режиме у вас будет влага, соответственно, удаляться, и не заведется плесень. Значит, решение совершенно очевидное. Да, в этой модели каркас и заложен, потому что дом большой, брус у нас только по периметру, как раз-таки жесткий задает вот эти силовые каркасы. Ну да, то есть, но в принципе можно набросать и внутри так же, да? То есть технология позволяет. В чашках, да? Хорошо ли там утеплено? Не хуже ли, чем обычные с перерубом? Ну, может даже и лучше. Может и лучше, да? Здесь в каждой стойке стоит утепленная так называемая шпонка. Ага. Которая, ну, точно ее не продует. То есть не хуже чашки точно, да? Да, точно. Усадка? Нет, усадка произойдет, будет, она будет внутри минимальная. Получается, шпонка в стойках направляющей является. Так. Брус через шпонку как раз соединен со стойкой. Ага. И он спокойно скользит вдоль стойки вниз. И усадки-то нигде видно не будет. Здесь то есть тут вот внутри этих поясов, да, будет усадка, получается? Да. И вот снаружи стойки стоят, да, видите, они без домкрата, потому что... Да. Каркас он не усаживаемый. Да, то есть и получается и обслуживание не требует, да? Да, это тоже плюс. Да. Расскажи, как эта штука работает. Данная из чего штука она состоит? Состоит она из вентилятора, вентилятор постоянного давления. Угу. Вот, она, соответственно, по сути, она проста, потому что она воздух постоянно вытягивает. Вся изюминка в том, что она обладает умными датчиками. Датчики оснащены пошаговым двигателем, который регулирует заслонку на открытие-закрытие. Сам клапан оснащен датчиком, либо CO2 датчиком, либо запаха, либо влажности. Соответственно, определенный датчик мы устанавливаем на каждое помещение. Либо там это ванна, туалет, кухня, либо жилое помещение. Вот, собственно, данный
клапан, вот на нем даже нарисована кухня, и мы, соответственно, его установим на кухню. Он будет срабатывать на запахе. Соответственно, мы там готовим кушать, там сидим с семьей, и, соответственно, чтобы мы там не ощущали эти запахи, и происходила у нас вентиляция, у нас будет открываться заслонка и удалять, собственно, запахи с кухни. Вот, соответственно, на каждое помещение у нас идет труба, которая засасывает воздух. С духовой, правильно? Да. Эта труба заходит сюда, в общий блок. Значит, этот блок из каждого помещения начинает потихонечку сосать воздух. Да. И в зависимости от качества воздуха, если качество плохое, он открывает заслонку больше, качество хорошее уменьшает. Да, даже присутствие человека уже она улавливает. Значит, представляете, какой же идиотизм на самом деле был раньше, да? То есть мы рассчитывали некую систему на максимальное присутствие тех людей, которые есть. А ведь мы можем уехать в отпуск, да? Мы ездим на работу. Значит, идея в следующем. Значит, это блок, видите, значит, 6 труб на входе и один выход. Выход идет на крышу, соединяется с нашим стандартным грибком. Вот. Соответственно, отсюда мы засасываем, вот отсюда, из 6 мест, и отсюда выбрасываем. Давай и откроем, покажем, что там внутри. Через это, да, мы двигатель удалили. Один, на самом деле, в системе. То есть один двигатель, который постоянного давления. Постоянного давления сюда, и в зависимости от открытости датчиков, он здесь регулирует скорость вращения этого двигателя. Да, 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 совершенно верно. И это все еще и оснащается пультом, то есть можно... Регулятором скорости, да. Да, то есть можно пультом управлять. Ну, так скажем, подключать к системе умный дом. А где, во-первых, производят эти штуки? Установка. Производство Бельгии. Угу. Не Китай? Это не Китай, это бельгийская установка, бельгийское производство. Здесь у нас, собственно, двигатель и мозги. Шпилек тут нет, получается? Или где-то есть там, может? Ну, шпильки тут есть, это конструктивно просто крепление балок. Кое-где, да? Как таковых, как мы используем их на обычном стеновом комплекте, да, то есть вдоль стен, вообще нет. Вдоль стен вообще нет шпилек, да? Еще раз по конструкции. Значит, у нас есть столбы двух видов, я как понимаю. На углу это под 90, да? И соединяющие вот такой, так, как H-профиль, да? Получается. И клееный брус, который вот с такой ступенькой, с двумя такими даже ступеньками, который вставляется вот, да, вовнутрь, через вот туда. Спонку соединяется. Да. И вот эти элементы боковые, да, которые, они с одной стороны декоративные функции, они закрывают вот эту щель, которая будет образовываться при усадке. Да, да, да. И она же, я как понимаю, держит еще и столбы между собой. Да, да, то есть она... Это тоже является элементом силового каркаса. Ну что ж, тогда желаю успехов вам в этом деле. И очень круто то, что именно ты, как топовый бригадир наш, это все строишь. Поэтому удачи тебе, успехов во всем, спасибо. Раньше, когда мы стали рекуператором, у нас обходилось это 10-20 тысяч евро. То есть это, если мы переведем на рубли, то получалось 700 тысяч рублей, 1 400 000. Сколько стоит вот этот блок? Данный блок стоить будет от, там, в среднем 120, 135, 140, 100, может быть, 150 тысяч рублей. Все зависит от количества датчиков, которые вы поставите в систему. И данных установок есть два типа. Это, так скажем, стандартная на 375 кубов мощности производительностью. И есть компакт на 325 кубов, она чуть-чуть поменьше. Ваш партнер изобрел офигенную штуку. Это плоские воздуховоды. Да, совершенно верно. Значит, они можно... чем хороши? Во-первых, их можно уложить в пол. Можно уложить в пол, можно уложить... 60, сколько они? 65 они или 60? 60 миллиметров высотой. 60 миллиметров высотой. И, кроме того, удалось избавиться от шума. То есть, если раньше плоские воздуховоды, они шумели, да, то здесь как-то... Он там сделан, да, то есть из специального пластика, он там и ребер сделана шумоизоляция, получается, плюс он достаточно прочный, то есть на него там не страшно наступить, и его там кладут и заливают бетоном, и как бы он... Да, мы тоже планируем применять эту инновацию. Эти воздуховодов тоже в России нет, они появятся... В декабре первые. Им удалось сделать то, чтобы, несмотря на эту форму, поток воздуха был нормальный, чтобы сопротивления воздуха нет. И они все вот эти загибы, все продумано. Эту штуку сертифицировали в России в ноябре. Это единственный на текущий момент экземпляр. Мы сегодня
в 2 часа дня, монтируем в офисе номер 1, смотрим, как она работает. Так, ну что я хочу сказать насчет вентиляции у меня в офисе. Не знаю, насколько у меня экономится электричество, точнее тепло на отопление, потому что у нас стоит котельня 2-мегаваттная, у нас бесконечный опилок, мы можем жечь сколько хочешь. Вот, поэтому тут эта комнатка, там она вряд ли на что-то влияет. Но две вещи однозначно появились. После совещания, когда ко мне набивается иногда 15 человек, вы представляете, как они дышат. Я постоянно открывал окно, мне становилось холодно, я закрывал окно. Мне перестало быть холодно, мне всегда там тепло и всегда у меня свежий воздух. Это очень круто, мне понравилось. Значит, она точно в России пойдет. Пойдет. Вот, мы практически все дома будем оснащать этими системами, все очень круто, так что будем работать. Большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, пишите в комментариях, поняли ли вы, насколько круто вот это... вентиляционная система. Вы осознали, насколько, что это вообще мега-бомба? Или так? Ерунда, это все уже было. Напишите там, чтобы я хоть понял, насколько я смог донести эту мысль до вас. Спасибо.